Почему Эстония? Эстония, имеется в виду, почему я уехал в Эстонию, скажем, а не куда-нибудь в Англию или в Америку. Первая и главная причина заключается в том, что Эстония от России очень близко. Я Россию очень люблю, я туда постоянно езжу, я не представляю себе, как бы я на седьмом десятке, заметьте, седьмом десятке, как бы я вдруг остался без родины своей страны России. Поэтому мне хотелось к России поближе. Во-вторых, в Эстонии была дача моих покойных бабушки и дедушки, и я там отдыхал прекрасно каждое лето, начиная аж с 1969 года. В-третьих, у моей жены Верочки эстонские корни, то есть у нее имеется эстонский дедушка. В-четвертых, у меня в Эстонии много друзей. В-пятых, и это тоже, наверное, самое главное, Эстония мне очень нравится. То есть я ее прекрасно изучил еще в 70-е, 80-е годы, ездил сюда на музыкальные фестивали и, в общем-то, как-то сердцем приник к этой маленькой, но гордой стране. Ну и последнее, наконец, это то, что в Эстонии, в Финляндии, в Таллине и в Хельсинки мне предложили работу в университетах. Это, естественно, тоже очень важно, потому что просто так ехать – это довольно авантюрно, а ехать, зная, что у тебя есть где зарплату получать – это гораздо правильнее. Ну и вам тоже всем советую оказаться там, где вам хочется.